20 я не знаю, блядь. Я-то не знаю. Ты скажи, сука, вот им Уберу, блядь. Как я им скажу, им нельзя. Напиши, не там связать. У тебя есть приложение, блядь. Нельзя, я не могу им ничего написать. Не могу, блядь. Сука, я, блядь, целый день мне работает. Одна пизда села, блядь, мне все настроение, сука, испортило. Я, блядь, работаю, сука, свой, блядь, 25% им. Выделяю, сука, деньги, а они меня говорю, мозги ебут, блядь, чего ты еще мозги ебут. Чего вы на меня орете? Почему вы на меня орете? Да потому что ты на меня, сука. Я на вас не кричала, ни секунды из-за не кричала. Из-за тебя, блядь. Из-за вас я сказала. Да я изъебала из-за меня, из-за этого Uber. Из-за вас. Я не знаю, вы же в Uber работаете, а не я. Да я в Uber работаю, блядь. Ну они пидорасы меня, сука, а я-то послали, здесь, а блядь. А я-то здесь ты, блядь, нахуй ты из-за меня говоришь? Почему? Я сказала из-за вас, и не из-за вас из-за лично. Из-за Uber говори, не из-за меня, Uber. Из-за вас. Я думаю, не ты ко мне с уважением. Вас, блядь. Не надо кричать, пожалуйста. Из-за вас, блядь. Успокойтесь. Ты выбирай выражение, из-за меня как ты можешь? Нет, я не сказала, что именно из-за... Я сказала из-за вас. Вас. Обобщенное положение. Не надо меня обобщать с этим ебаным пидорасами, сука. Сука, заебали они меня. Куда гонять, сюда гонять? Нахуй я свой бензин гоняю? Я не знаю, работайте от другого приложения. Есть Ру-такси. Пидорасы ебаные в рот, сука. Есть другие, есть, не знаю, там, Яндекс. Не надо учить меня, я знаю, где что работать. Но они...